Коммунальными услугами пользуются все, но не все считают нужным платить по счетам. Причины могут быть разные. Нет работы или не хватает дохода. Но это не избавляет от долговых обязательств, о чем еженедельно напоминают судебные приставы. Здравствуйте, судебные приставы. К вашим соседям откройте, пожалуйста. Ранним утром, пока все дома, они проводят очередной рейд. В этот раз приставы обошли около 10 квартир в домах по улице Маршала Жукова, 34-36. Всем, кто открыл дверь, выдали требования о явке местный отдел службы судебных приставов для решения вопроса о погашении задолженности. Вот вам требования. На данном требовании расписываетесь. Вот здесь вот. Как правило, визиту пристава жильцы не рады. Зачастую дверь ему либо не открывают, либо встречают родственники или знакомые собственника квартиры. И тогда, помимо взыскания долга, приходится еще и разыскивать самого плательщика. По словам представителя управляющей компании, ежегодно возбуждается около 600 судопроизводств по взысканию задолженности за услуги ЖКХ. Всего в утренний обход попали 50 адресов города Одинцово. Такие проверки проводят и в других населенных пунктах округа. От погашения задолженности не удастся уйти никому. Лучше это делать как можно скорее, ведь с каждым днем она растет, как снежный ком. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».